Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 7 августа 2023 года. И у нас в Ленинградской области сегодня обещают плюс 34. Мы немножко южнее, значит, у нас все плюс 36 наверняка будет. Сейчас раннее утро, вышли немножко погулять с собачками. Днем, наверное, просто оставим им открытыми двери, чтобы они смогли бегать самостоятельно. Если жарко, уходить домой. Если нормально, выходить опять на улицу. Сами, наверное, тоже будем сегодня прятаться в тенечке по такой погоде. Хорошо, что у малышей есть бассейн. Нюшка уже искупалась и даже успела высохнуть. Такое лето. Вот такое лето. Нюшка ловит лягушку. Здесь маленький лягушонок попал. Аська, надоела лягушка. Нюшка помчалась. Ух ты, господи, вы посмотрите на нее. Она и на доске уже умеет. Что же за Нюшка-то? А? И запрыгивать умеет. По лесенке сама забирается, сама спускается. Ой, да, жарко, ребята, жарко. Погодка, конечно. Надо строить, продолжать стройку. А у нас тут погода, мама, не горюй. Варежка, кошечка лежит. Загорает. Всех язычок на бочок. Рокси травку кушает. Тёмочка, красоточка. Жарко, да. Чинзана, Офелия, Дусенька. Тема веселый. Ай, господи. Она к Юльке побежала. И туда она может, на ступеньки. Везде она может. Мята цветет. Юджин с нами гуляет. Маркоша. Все, немножко умчалась. Да. Вот так вот тяжело, когда жарище. Сами в тенечке стоим, не знаем, куда спрятаться. Нюшка и дети хотела поснимать на видео. Мишка. Мишка, Дуська побежали. Рокси. Феня, Чинзана, Маркошка. Все в тенек. Так что на улице сегодня, наверное, не знаю. Днем точно снимать ничего не будем. Я не выйду. Так, куда мы маленькую Нюшку опять потеряли из вида? Но единственная стирка хорошо высохнет быстро. Бегут домой. Я двери специально оставила открытыми. Киска. Чтоб если было жарко, могли сами домой забегать. Жарко всем. Тенечек, ребята, да. Варежка. Нюша, блин. О, такая мама. Нежная заботушка. Вот так играет с ребенком. Не дает ей шагу ступить спокойно. Нюша молодец. Убегает. Чинзана чувствует себя хорошо после кастрации.
девочку жарко. Да. Курочкам тоже жарко. Курочек хоть тенечек там. Нюша! А, Нюша хулиганит. Нюша! Миша, Нюша! Нюша! Вот такая вот жара в Ленинградской области 7 августа, под 40 градусов. Дома с утра встали плюс 28. Ужас, у собак язычок на бочок. Там вот трава не скошена, они туда бегают. А, Нюша! Что, фазанов пугаем? Ну, какие вредители. Нюшка уже научилась по лесенке сама бегать. Ой, Юджин бегает по лесенке у нас. Нюшка маленькая, прыгучая, сильная такая. Ой, жарко, жарко. Бегите, прячьтесь. А, там папа яйца собирал. Яблочки растут. Все, погуляли, скажи, да. Брюс выкопал корни вишни. Ой, в общем, вот такие мы все такие, жарой прибитые. Ой, язычки бедные такие, жарко, ребята. Вот уси язычок прям висит. Так что, если что-то будет смешное, конечно, постараюсь поснимать, если что-то интересненькое будет. А так, умираем от жары. Пишите, какая погода у вас, дорогие друзья. Мы здесь совсем в жару ушли. Дети домой бегут. Всем пока!